Domanda Rieccoci. Sì. Sì. È la domanda di. Сервис управления ранней диагностики рака груди. Вот какая задача была? С одной стороны, нужно, чтобы это было сервис близок к женщине, которая она не видит, она ничего не понимает. Но мы разбираем это проблема. С другой стороны, есть умная система и плюс врачи, которые они вместе все-таки должны поставить правильный диагноз. И поставить точку и в этой цепочке сказать, что да, вот, ну ладно, да. Вот. Значит, идея какая? Со стороны женщины система будет просить просто что-то не спит. Сфотографировать то место, которое, возможно, там есть болезнь. Там лица нет. Это просто участок тела, который женщина может сама сфотографировать как инстаграм, это не проблема. Возможно, к этому еще добавить небольшой опрос. Например, как давно я пробыли там у гинеколога. Возможно, какие-то вопросы есть, болевые ощущения или нет. Там уплотнение, я не знаю, я в медицине сильно не разбираюсь. И этот маленький опросник, фотография, попадает в систему. Поскольку, кстати, большинство времени, которое мы потратили, мы искали датасеты, ничего не смогли найти, не могли найти, потому что как бы больные есть, группы, там кто уходил. Особенно для обучения нужно, чтобы были и положительные, и отрицательные. Поэтому мы решили так, что анализа машинного анализа фотографий на первом этапе этого проекта можно от этого отказаться. То есть вот эти данные, начальные, которые женщина проносит со схема, допустим, можно сделать просто все-таки смотрит человек. Сделать мотивированную среду такую для врачей, чтобы они заходили в эту схему и смотрели новые заявки, которые попадают. Если они работают в этой области, то можно даже визуально изначально уже порекомендовать женщине обратиться в следующее учреждение. И дальше этот врач ставит через систему, что вот я могу, у меня есть подозрение, я могу вам помочь. Кстати, разрешим. Второй врач, третий, там может быть конкурирующая среда. Значить, звертається потім, якщо є якийсь досвід на рак, він запрошує до себе на консультацію, він робить певні виміри і виміри саме носить базу даних профіль цієї людини. У нас буде модель, яка вирахує на основі цих вимірів, чи є рак, чи ні. Тобто це буде з одного боку така система, яка буде допомагати лікарю визначити, чи є рак людини, чи ні, на основі вимірів, і тут у нас буде модель, з якою ми рахуємо, і ось таким чином, що це була така система, яка нас піде лікаря. Але ж ще в перспективі можна зробити так, що на початковому етапі за допомогою інформації теж можна навчати. Дякую, перечаємо з питаннями. Питання, коментарі, рекомендації? Комментарии в части, что немного команды, как мы видели, распределились совсем одинаковыми людьми. То есть есть команда, много людей, которые есть хорошие идеи, но нет тех, которые могут эти идеи реализовать, они даже что-то и так далее. Есть команды, как не наоборот, все сидят, только ходят, у них хороших идей. Поэтому у вас идея неплохая, но если вы все-таки хотите
достигнуть какого-то до финала завтра и не давать им хорошо, то получается, что можно найти те люди, которые помогут вам в вопросе дальнейшего и так далее. В основном спочатку було 6 людей, а ми шості планувалися, що сказали, що самі нам зробити з нами. Там готувалися вже на навчання іншу, а в кінці ось це питання виконання, нічого працює, зробити все. Ну, я б з вами хотіла щось навчитися. Ну, я ще не розповідаю. Результат всего вот этого процесса, начиная с фотографии, анализа, приема врача, все-таки система должна попасть в обратную связь. Подтвержденный, тогда система начнет обучаться. И чем быстрее и больше поступлений, первая система будет пополняться. В конце концов, не запасайте изображение, не только потому что они будут уже заряжены на результат. Убеждено, какая разница, или нет. И на следующем этапе можно сделать даже предварительно, чтобы анализировать изображение, откуда это идет. Ну, в общем-то, в этом я хотел сказать, то, что вы можете напрячь врачей, чтобы они за вас замечали необходимые вам данные. Не просто говорили, есть какая-то перемена, мы отвечали определенные области, которые, по их мнению, являются реактором или, возможно, системой управления. Во-первых, ДПЦ вы можете собирать в скрининговых компаниях, где, например, в CSR-сервисе, Инстаграм. Смотрите, вы можете познакомиться с компаниями, кто занимается у них уже есть куча этих данных, плюс-минус какая-то из своих карты. Очень вам короткий комментарий. Во-первых, ответ, который определяет трансфер по уязвимости, не обязательно дал целевой результат. Система сбора данных и механизм обучения – это тоже хороший результат. То есть, дальше вы с этой цитипикейной моделью, как вы сказали, партнерится с какой-то организацией, и это уже живой рабочий проект. Ну, а теперь мы подавали только раз отдельно, что на самом деле за время нужно. Вот, и то есть вы уже достаточно много рассказали во время своей презентации, и, в общем-то, как бы, комментировать от себя советы было не совсем обязательно, то есть, как бы, да, вы бы так могли услышать больше. Это просто, ну, наблюдение и так далее. Все, спасибо большое.